Здорово, с вами Хардкекс, и это новая испеченная игрушка Repair This. Либо же «Почини это». Мы будем здесь чинить телефоны, поэтому перед началом обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, смотрите другие видосы. А, походу, не только телефоны будем чинить, ладно. Это мы уже по ходу дела посмотрим. И смотрите другие видосы, я много каких видосов снимаю, и главное, новых. Вы всегда увлекались техникой и ремонтом, но жизнь в глухой провинции не позволяла раскрыться вашему таланту. Мечтая открыть собственный сервис, вы сумели накопить значительную сумму и отправились в большой город. Нашли жилье, арендовали помещение и необходимое оборудование. Предыстория такая, да? Приступайте к делу, принимайте взвешенные решения, они повлияют на дальнейшие события. Будьте внимательны, и удача вам улыбнется. Понял? В принципе, ничего сложного, да? В теории. А на практике все идет по одному месту, как правило. Такая загрузка прям, как будто я не знаю. Привет, я Лариса, я буду помогать тебе в работе. Здорово. Так, мужичок какой-то, это мы в ларьке таком чиним телефон, я так понял, смотрите, ремонт, склад запчастей, что у нас тут еще, ну, коврик для починки, да, ноут у нас есть тут. Бонжорно, я представляю профсоюз мастеров. Здорово, Луи, необходимо проверить твое оборудование, проверяй, а также убедиться, что ты понимаешь, как нужно работать, ну, давай, обучалка. Мы же не можем допустить до работы профана, ну, конечно. Который бросит тень на репутацию всех мастеров. Угу. У тебя есть аппарат, который обнаруживает неисправность. Давай подключи этот телефон. Что? Этот аппарат? Что? Аппарат, который... Ну, я понял, да. Предложи клиенту цену и время ремонта телефона, выбрав их в этом окне. Угу. То есть, допустим, через час, через два часа. Что, понятно, мне нужно... А, все. Цена ремонта мы выбираем, да, у нас тут. И время ремонта, понял. Так, ну допустим, модель S, да. Ну, понятное дело, тут без моделей, чтобы попроще было. Неисправность дисплея. Цена 160 рублей. В наличии у меня нету этих дисплеев. Гав-гав, чё гав-гав. Цена ремонта. Я хз вообще, цена 160. Ну, плюс моя работа, понятное дело, да. Ну, давайте 260 пускай будет. Один час. Попробуем так. Молодец, теперь давай починим телефон. У меня тут клиенты вообще-то ждут. Ремонт. Так, запчасть отсутствует. Заменить деталь дисплея. Цена 240. Ну, понял. Вот деталь, давай покажи себя в деле. Где? Ага, все, отлично. Так, тогда ремонт. Ожидает ремонт. Луи, доступ, разбор, ремонт. Так, получилось? Так, доступ... Ограничение прав. Так, где-то у меня была книга для новичков. А чё не получается-то? Доступ, ограничение прав. Вот она, держи тут все инструкции. Ага, инструкция для чайников. Ну, спасибо, усач. Первый рабочий день, не переживай, эта книга тебя всему научит. Следуй советам и сможешь не только работать без проблем, но и приумножить свой капитал. Приветствие, как сделать заказ, выбор, доставка, ремонт, работа с отзывами, договор с покупателями и так далее. Так, оформляем. Оформление доставки. В ноутбуке выберите магазин запчастей, это все понятно. Выберите необходимую деталь к соответствующей модели телефона. Да, тут есть А, М и С. В магазине есть три вида модели телефона. А, М, С. Ну, это поняли. Выберите тип доставки. Быстро, один час, долгое на следующий день. Ага, вот оно как. Ну, скорее всего, баблишко будем больше отстегивать, если доставка через час. Ремонт телефона. После того, как доставщик принес необходимую деталь, переходите в панель ремонта. Лишние запчасти можно продать через склад. Это хорошо. Используйте кнопку ремонт. Понял. Клиенты ценное время. Все, я понял. Все, у меня тут все, готов, статус готов. Все, доступ, ограничение прав. Осталось проверить кассовый аппарат. Так у меня готово, куда, Луи, клиент? Вот, забери деньги и пробей чек. Давай. Все, так,
оплатить налоги. Деньги. 840 у меня в кассе. Прибыль 756. Хотя какая прибыль? Я только открылся. Так, и налог 84. Хера себе. Пробиваем чек. Держите. Так, тетя. А ну сиди смирно, персик. А мужчина, а телефон ремонтируете? Нет. Газета. Так, съела бигуди и добралась до телефона. Посмотрите, можно восстановить недорого? Сейчас посмотрим, что это вообще. Так, у нас тут модель М. Смотрите, какой болотной такой, да, с антенкой даже. Неисправность, задняя панель. Цена 110 рублей. Конечно, сделаем. 210, 1 час, сейчас будет готово все. Прогуляйтесь, да, заказ принят. Конечно, сейчас. Запчасть отсутствует. Так, мы сейчас покупаем эту запчасть. Так, модель телефона у нас какая? М. Так, модель М. Вот она, да? Да, М, задняя панель. Ну, тут, в принципе, и по форме сделали специально, чтобы было все проще и понятнее, да? И, в принципе, ограничили тремя телефонами. Ну, прикольно. Так, задняя панель. Так, заказать. Завтра, за час. Вот, за час 50 этих, да, прибавляем еще. Заказать. Эх, блин. Так, перематывается время, я так понимаю, да? Тетя, еще ни хера не готова. Я что-то слишком... Телефон готов? Ну, как вам сказать? Подождите немножко. Где доставка? Давайте его сюда быстрее. Да подожди ты. Вы что, совсем дурак, мужчина? Блин. Курьер Егор. Здесь мастерская. Да, здесь. Да, спасибо. Задняя панель. Но, блин, она мне уже не нужна. Надо было срок больше делать. Надо было часа три заранее, там, знаете... Как обычно бывает. Через 2 часа приходить. Через 2 часа ничего не готово. Привет, ребята. Какие ребята? Я тут один. Вы не поверите, что со мной произошло. Мне насрать, честно. Я была на своей последней тусе. Решила сделать эпичное селфи. А дальше случилось нечто вроде... Бас землетрясения. И я, конечно, уронил свой телефон прямо со сцены. Вы можете его отремонтировать? Конечно, для этого мы и здесь находимся. Прикольно, необычная игрушка такая, знаете, чисто позалипать. Неисправный дисплей. Так, модель S. Давайте, 260, так, 3 часа. Да? Надеюсь, блин, за 3 часа получится сделать. Попробуем. Спасибо вам огромное. Да не за что. Так. Быстренько, доставка. Так, чё, куда, где? Ага. Так, лавка запчастей. Так, модель дисплей 160, по-моему, дешево. За час. А, это прибавляется. Ух ты ж, ни хрена себе. 160 стоит и прибавляется еще 50 к стоимости. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо брать больше бабок, так. А это я знаю. Цена 260. То есть 40 рублей я получаю за работу. Чё херовенько-то, бабуль. Здравствуйте. Дома очки забыла. Еле аптеку нашла. Отдайте мне, пожалуйста, нурофен. Валерьянку для Тимофея. Мать звездочка. 14 штук. Ничего нет? Что за странная аптека тут? Реально. О, доставщик. Курьер. Игорь, здорово. Да заказывали, да. Вот здесь распишитесь. Где? Где здесь? Все. Так, ремонт готов. Доступ. Опа, я могу зайти, слушайте. Опа, диджей. Ха-ха, прикольно. Я могу еще поковыряться тут, да? Ладно. Так, да. Что у вас там? Неисправность камеры, да? Давайте брать больше, что это мы? 3 часа мы справимся. Я подожду тут за углом, без проблем. Так, у нас тут что? У нас тут статус готов.
Мустафа. Камера S. S камера 150 за час заказываем. Да, все, наконец-таки мы хотя бы с этого заказа получим более-менее нормальный чек. То 40 рублей, блин, прибыли. Это из-за быстрой доставки. Если бы на следующий день, но это когда мы уже, уже будем нормально в порядке себя чувствовать, уже в кассе будет, когда нормальная сумма, тогда уже мы просто закупим каждую запчасть и не будем вот так вот дрочиться, да? Ну, если вы, конечно, накидаете лайков, понятное дело. Так, сообщение, банк, что у нас тут? А у нас тут кредит есть, да? Оформить кредит можно, слушайте. Ой, блин, я нажал. Оформить кредит. Я думал, там появится какое-то окно, а я уже оформил. Ладно. Вера Сказочкина. Здравствуйте. У меня... Что? Звенящая проблема. Буквально громкость звуков на телефоне не уменьшится. Или не уменьшается. Теперь вместо спокойного чтения в библиотеке и то дело громкий оркестр. Можно вернуть тишину этому устройству? Конечно. Что у нас там? Неисправный динамик. Так, А. А, неисправный динамик. Вот так, 260. Так, А. Динамик. За час заказать. Вот так вот. Так, что у нас там? Господин Ли, нихао. Я хозяин этого помещения. Оплата аренды каждое воскресенье. Один день стоит 250. Ого. Так что не забудь подготовить клеверкоины. Что? Вернусь послезавтра за первой оплатой. И не забывай оплачивать электроэнергию, иначе могут отключить. Чё? Удачной работы. Спасибо. Так, да. Держите, спасибо. Да, это как раз таки. Вот, здравствуйте. О, пробить чек. Да, здравствуйте. Привет. Как мой телефон? Отлично вообще, замечательно. Так. Чек вам не нужен, нет? Так, курьер осенний. Да. Здесь мы. Так, тоже ремонтируем. Так, вот, в принципе, ремонт идет отлично. Где мне оплатить налоги? Ой, блин, это я обратно закинул, что ли? Ну, ладно. В принципе, мне кредит не так уж и нужен был. На самом-то деле. Да, что тут, завершить день, закрыть? Ага, понял. Мустафа, здорово. Да, все отлично, да. Новый отзыв на 5 звезд, вот это хорошо. Так, пробиваем вам чек, держите. Счастливо, Мустафа. 35 баксов улетает, я так понимаю, как налог, да, скорее всего. Так, новости, что-то там. Вера Сказочкина. Да, готов ваш телефон, да. Пробиваем чек, все, 26 у нас уходит налог. Вот, в принципе, у нас в кассе сколько, кстати? Hello World. У нас в кассе 759. Ну, неплохо. А что у нас? Ремонт обошелся дороже, чем я ожидал. Ага, рейтинг у нас еще, блин, тут есть. А золотой человек, говорит, вполне довольна результатом. 4. А почему 4? Ну и зачем, спрашивается? А. Короче, рейтинг у нас пока что хреновенький, я бы сказал, да? Но ничего, если вы накидаете лайков, то все будет отлично вообще. Еще один день прошел. Заканчиваем, закрываем смену. Завершаем. Так, что у нас тут получено? 1700, налоги 171, прибыль у нас предприятия 1539, да? И что у нас? Ну, получается, за сегодня, да, мы заработали чистыми, вот, я понимаю, это чистыми, да, 759 рублей, да, то есть доставка там, налоги и так далее. В общем, новый день, давайте еще один день переживем. Так, посмотрим, что у нас тут будет интересненького. Так, а у нас тут ничего нету? Новости. Новый фильм ужасов бьет все рекорды. Ага, руководство. Ну, это мы уже знаем. Прикольно. Так, мужчина, мистер Икс, привет, парень. Я из отдела 7. Конечно же, ты о нас не слышал. Готов послужить на благо родине, а заодно подзаработать деньжат. Подробности в этом письме. Ну,
Блин, хз, короче, давайте согласимся. Отлично, ты не пожалеешь. А... Так, Кеке Элизабет Дрю. Так, наверное, сильно громко вам будет. Доброго вечерочка, вам дизайн вывески стоит поменять. Ладно, если что, позвоните. О, это, я думаю, прикольно. Добавлю новую визитку, можете ее использовать. А, можете использовать ее в конце дня. Телефон, кстати, вот, крышка отваливается. Задняя панель, да? Ага, ну... Вот так вот мы делаем только. До скорого, до свидания. Так, задняя крышка. Заказываем по-быстрому. А, у нас задняя крышка есть, точно, блин. У нас же есть задняя крышка. Там женщина приходила. Точно, я и забыл про нее. Просто у нас нету нигде... Не показывается, сколько у нас запчастей и каких. Или не... А, пока показывается, ладно. Это я пока еще не разобрался. Так, здорово. Приветствую, многоуважаемый. Танцы — моя страсть. Я чувственно в порыве потерял контроль над телефончиком. Много дать не могу. Просто почини подешевле. Или можешь... сделаешь бесплатно, как другу. Хера себе, какому другу? Я тебя первый раз вижу, чувак. Давай, чисто по-братски, знаешь. А, или... 24 часа. У меня доставка тут выйдет еще. Ну ладно, цена 60, плюс еще. Короче, вообще по дешевке будет. Надеюсь, ты 5 звезд поставишь, блин, потому что это будет вообще задница полная. Отлично. А, кстати, фотографии можно посмотреть тут. Различные. Контракты, сообщения, Стас, Настя, вот. Да. Всякие номера телефонов. Так, здорово. Курьер Григорий. Да. Да, здравствуйте. Так, динамик. Динамик. 60. 110. Короче, я заработаю вообще копейки. 50 рублей с этого телефона. Херовенько, конечно. Ну, а что делать? Так, тетенька. Ах, как жарко тут. Горничная пролила воду на мой телефон. В любом случае, я планировала ее увольнять. Хотя, это вас не касается. Вот именно. Это мне даже не интересно. Более того. Основная плата модель S. Да вы богатые. Чё вам там, блин? Давайте вот так даже. Да. Так. Так, основная плата там была. Да, основная плата. А, ну, в принципе, тут и, знаете, ремонт-то не дешевенький так-то. И, блин, у нас в кассе очень мало бабок остается, получается. Так, запчасти отсутствуют. И там, и там. Так, тут я уже все смотрел. Тут ничего интересного, да? Контракты, сообщения там. Так. Курьер Александр, здравствуйте. Да, спасибо. Все, ремонтируем. Так, что у нас там? Доступ, контакт. Различные контакты, сообщения, фотки. Блин, прикольно, все проработано, так интересно. Ну и челлендж, подожди секунду, дай мне дышаться. Я решила спортом заняться, тачку мамуля отогнала, 3 километра сюда бежала. Кто же знал, что на районе нет ни одного сервиса? В общем, вот телефон глючит, сам выключается что-то. Завтра за ним забегу. Блин, то есть я могу дату еще назначать по мере того, что они говорят. Интересно. Завтра за ним забегу. Ну тогда вон 24 часа и все, как бы. А ну он, в принципе, готов будет и так. Вот, вот так делаем. Так, извиняюсь. Так, держите, ваши. Пробиваем. Здесь мастерская. Да. Новая деталь, все. Чиним. Так, доступ. Все, бабки крутятся. Мутятся. Тут что у нас? Ванна. Котика гладит. Блин. Вот так вот мой телефон по-любому, когда я сдаю в ремонт. Кто-то там ковыряется, смотрит там. Засранцы.
Хотя я никогда пароль не даю, кстати, от телефона. Иногда. А, нет, блин, они же просят пароль. Так, ладно, я вернулся, здорово. Да, ты хотел, чтобы подешевле тебе сделал. А, можно оплатить налог, можно не оплачивать налог. Опа. Давайте по-черному сделаем вот эту. Чисто некоторые лучше всего делать такую, мимо кассы, походу, да? Я бы хотел сделать фото своих усов. Вдруг телефон упал на землю, теперь не работает. Так, ладно, я понял. Ну, это камера 100%, да? Неисправный дисплей. А-а-а. Чего он там рукой машет? Давайте вот так вот. Очень жду. А, ему очень быстро надо было бы это все сделать, да? Так, ладно. Дисплей, дисплей. Опять мимо кассы. Хорошо. Так. Установите кондиционер. Да ты охренела, тетя. Так, что у нас тут? Так, сейчас не ошибиться, главное. Так, дисплей, дисплей. А где мой дисплей? Так, дисплей заказать. Так, дисплей заказать. Так, тетя, здравствуйте. Так, звуки... Так, так. Динамик. Давайте не будем вас обдирать. 1 час. А, нет, 3 часа. 3 часа, 160 рублей. Так, динамик. Так, динамик. Динамик, динамик, динамик. Вот он у нас. Выходит, и я с этого заработаю очень, очень, очень мало. Так, где там? Где там доставщики? Мне сейчас, ко мне сейчас придут, по идее, за телефоном. Вот он, вот он, вот он, вот он. Красавчик. Нет, нет, не опоздал, не опоздал. Давай, давай, что дать? А. Давай. Надеюсь, в следующий раз быстрее привезешь все. И будет все шикарно. Так, ремонт готов. Так, смотрим, что у нас тут. Фотографию. Ужирается чисто. А она говорила то, что на спортпите, да? Херачит пирожное. Так, да, да, да. Держите. А, все, тоже. Доставка. Так, смотрим, что у нас тут. О, фотки. Так, младенец. Так, тут такое, такое. Так, ага, какой-то ДР, походу. Лотерея. Вот, и тут различные контакты. Все, понял. Такая тема, короче. Блин, ну прикольная игрушка. Необычная такая, знаете, порелаксировать чисто так. А может... Дайте мне паяльник и отвертку, я вам сам все починю. Ладно, я понял, тебе конкуренты не нужны. Опа, Гарри бездомный. Эй, дружище, одолжи полтишок, мне бы в парикмахерскую сходить. А то на работу не могу устроиться. Я не пропью, обещаю. Но, блин, возможно, это ошибка, но давай попробуем. Возможно, он потом скажет нам спасибо. Ну что, готово? Не поцарапал? Нет, не поцарапал. Ну блин, я так надеял. А мы что, не починили его? Да блин, как так-то? Я же вроде починил. Так, а там кто-то еще пришел, а мы завершили день. Так, ну в этот раз мы как-то, да, не густо, короче. Минус 126, короче, этот день у нас в минуса ушел, потому что, да, короче, такая тема. Короче, вот такой видосик, надеюсь, вы прожмете лайки, и тогда будет продолжение. Посмотрим, куда это все, по-любому тут развитие каких-то событий есть, новые вывески, и много-много чего интересного тут у нас есть. Поэтому обязательно прожимайте лайки, и будет продолжение. Для вас снимал Hardkex, увидимся.